Житель Челябинска спас косулю. Животное провалилось в яму. Мужчина прогуливался по лесу, когда услышал стон животного. Подойдя к яме, внутри обнаружил косулю. Она оказалась в ловушке и выбраться не могла. Пытается вылезти, что ли? Но не получается, что-то зацепилось за что-то. Неравнодушный челябинец вызвал спасательную службу. Прибыв на место, сотрудники МЧС спасли животное. Косулю осмотрел ветеринар, после чего животное доставили в Челябинский зоопарк.